Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и наконец-то сегодня мы возобновляем наш сезон, точнее даже не возобновляем, а наверное начинаем новый сезон на моем сервере PokeWorld Special. Как на него попасть, вы можете прочитать в описании. А почему возобновляем? Потому что, ребята, это, можно сказать, даже перезагрузка, потому что, может, не все знают, но мои сервера перешли на свой собственный лаунчер и на свой собственный сайт. Ссылочка есть в описании также. Поэтому, ребята, перезагрузка, мы заново начинаем, но карта сохранилась, поэтому наш дом до сих пор стоит на том же месте. Наши вещи не остались, то есть ничего не сохранилось, покемоны не сохранились, но я опять же взял Маткипа, да? Опять же Маткипа взял, так как у нас в предыдущем сезоне на этом сервере тоже был Маткип. Ну что, ребята, мы, наверное, сейчас, в принципе, продолжим, но перед тем, как что-то делать, я включу гейммод. Ребята, я тут буду играть, не переживайте. Я тут буду играть, прокачиваться, устраивать турниры, устраивать раздачи, которые, в принципе, будет прямо сейчас. Все на спаун. Спаун. Бегом. Так, сейчас, что-то я уже писать разучился. Бегом. Так, ну что, турниры, раздачи, я тут буду сам играть, буду сам строить, буду сам торговать с продавцами, буду продавать, выживать, прокачивать покемонов и, наверное, может также играть с другими людьми и сделать, в принципе, совместный сезон, да, но я буду использовать гейммод, ребята, только для того, чтобы сделать раздачи другим людям, которые покупали пропуск на этот сервер, потому что вы сами понимаете, что кто покупает пропуск на сервер, тот ждет чего-то особенного, этот сервер должен отличаться от других. Но не забываем, вы можете также бесплатно выиграть пропуск, а как, написано в описании. Вам нужно зайти в тему ВКонтакте и, в принципе, просто подать заявку на бесплатный пропуск. Или еще что самое лучшее, пойти на мой бесплатный сервер, потому что у меня тут два сервера, бесплатный и платный. На бесплатном сервере, на платном сервере я, конечно, буду дольше играть, потому что я тут буду выживать, прокачивать покемонов, сражаться с другими игроками и, в принципе, просто наслаждаться, да? А на платном я буду заходить, что-то подправлять, может тоже иногда общаться с другими, с подписчиками, с игроками и также проводить турниры. И гейммод я буду включать только для того, чтобы сделать раздачу, потому что, сами понимаете, без гейммода я никак ничего не смогу заспамить, это во-первых. И нужно еще турниры будет проводить, потому что без гейммода я тоже никак не смогу турниры проводить. Не умничай. Правила все знают. Один раз словил. Гуляй. Чтобы всем досталось покемоны, то есть, чтобы все могли словить. В принципе, ребята, я вас всех приглашаю сюда, кто имеет желание, можете все сюда прийти со мной играть, я буду всем рад, и, в принципе, вы будете иметь возможность даже со мной поиграть. Ну что, ребят, начинаем. Раздача, какую бы раздачу? Ну давайте заспамим трех стартовиков, да, Shiny. Шайни. Давайте с этой стороны. Окей, спаун, допустим. Я не знаю, давайте Чермиллиона. Чармандер. Шайни, левел 1. Поехали. Только на меня не нападай. Опа. Кто? Кингдра. О, нифига себе, нужно будет тоже такое сделать себе. Так, один словил, Wild Tiger словил, сейчас еще вот эти остались. Давайте вот тут. А, кстати, ребята, добавили же... Вот что добавили. Вот накрыли, так что еще один плюсик для вас. Заходите, ребята, буду всем рад, кто придет играть на мои сервера. Буду всем прям рад и всем... Буду рад еще раз, да, если вы придете сюда играть. Ну что, давайте еще спавним. Окей, спавн. Давайте огненного мы заспавнили. Давайте Снайви. Да почему ты на меня нападаешь, зараза? Вот. Ну что, бежим. Кто? Кто первый? Царь. Ну, словит, не словит? Ну, походу, уже словит, да? Чё, тигр, это не тигр? Ага, отвлек. Ну, это не мои проблемы, что тебя отвлекли. Дальше. Покеспаун. Огненного заспавнили. Травяного заспавнили. Очередь водного.
быть, Сквиртла может. Или Ашавота. Давайте Ашавота. Ашавот Шайни левел 1. Только на меня не нападай. О, бегут, бегут, бегут. Давай, да, давайте. Давай. Так, нужно следить, чтобы те не ловили, кто уже словил. Лугия, ребята, тут уже тут частый спаун Лугии на этом сервере. То есть тут разрешено спаривать покемонов. То есть выводить, ну, размножать, делать новых покемонов. Как бы детей, да, каких-то покемонов. И плюс к тому тут присутствует спаун легенд. И я не скажу, что он очень редкий. Потому что Лугии тут очень часто спаунятся. Другие, ну, другие не очень так часто, но Лугии. Настроение, Вилд Тайгер. И кто? И царь поймал, да? Ну что, давайте еще последнего. Давайте еще последнего куда-то вот сюда. Быстренько. Электрического. Покеспаун. А кого бы электрического? Или кида давайте, что ли? Электрод, Эликид, Шайни, левел 1. Ну? Ну? Кто бежит? Кто это? Нужно смотреть. Кэш, но он еще не ловил, поэтому... Давай, давай, а то тебя уже преследуют тут. Вот слепой. Куда он прыгнул? Да, Кэш, вот ты слепой. Стоял тут, не видел, что тут бегает Шайни. Ликит, он подумал, что он внизу и прыгнул вниз. Ну, все равно. Это скин, да, это скин, я думал, это какая-то одежда. Так, ладно. В принципе, 4 покемона мы заспамили, я не знаю, что еще можно. Может... А ну, сейчас. Я не знаю, крылья тут нормально работают или нет. Очень как-то медленно, что ли. Так, сейчас, что еще хотел проверить? Крылья тут какие-то медленные, что ли, или что? Я не догоняю, если честно. Это что? Это, походу, чтобы плавно лететь, да? Да. Но взлетать нельзя, только плавно лететь, что, в принципе, не очень полезно, мне так кажется. А если ты тут даже с большой высоты падаешь, то ты не умираешь, потому что тут, в принципе, так настроено, да? Ну что, давайте так, как это премиум сервер, можно и так сказать. Давайте еще немного раздадим болов. Вот так. И немного раздадим... Вот так же. Ну что? Быстренько, кто захочет, пособирает. Вот так. Так, залагала, еще раз. И еще раз, и еще раз, и еще раз. А я что-то проверить хочу. Так, я еще что-то проверить хочу. Так, вот что... Ой. Ты... Я не знаю, как там гим... Гим... Водный. Ха, нет. Кэш Кьюб. А как там пишется? Просто я хочу новые команды проверить. Сейчас. А ну вот так, допустим. Гим, вода, кэш кьюб. А, нет, тут не добавили вот это. То есть, знаете, чтобы префиксы были в гим-лидерах, да, чтобы они выделялись из толпы, чтобы показано было, ты там гим-лидер, да, и чтобы префикс у них был. Но тут еще пока что не добавили, поэтому потом вот это все добавят. Что еще? Что еще можно раздать? Ну, давайте еще, знаете, кого заспауним? Мне кажется, это всем будет нужно. Вот где-то, допустим, вот тут. Вот. Покеспаун. Хотя нет, где-то вот... О, я знаю, где можно заспаунить. Вот. Покеспаун. Бам-бам-бам, гасли.
Ghastly Shiny Level 1. Так, сейчас. Если бы еще можно было убежать, было бы вообще зашибенно. Вот. На арене что-то есть. Летающих покемонов не использовать. Смотрим, чтобы никто не использовал летающих. Кто первый? Или никто не додумался, что на арене может быть, да? О, нет, кто-то бежит, это кто? Кэш, ну конечно же, самый шустрый. Я не знаю, успеет ли он или нет. Попал? Не попал? Что, Шайни Генгар не нужен? Короче, как я понял, не нужно. Ну ладно, не нужно. Так, не нужно. Тогда давайте, мы пока отвлекли их внимание, давайте вот тут. Давайте вот тут заспавним. Где-то вот тут. Кого еще можно заспавнить, чтобы не было чересчур? Давайте. Я не знаю, честно, кого можно заспавнить. Дратени нет, Волкорону нет. Кроко. Крокорок, Крокодайл. Крайнидос, Кробат, Кроконав. Крайогонал. Краудаун, Крайнидос. Сандил, точно. Сандил, Шайни, левел 1. Возле Покет-центра что-то есть. Летающих не использовать. Чтобы все могли, в принципе, нормально добежать. Так, а где он? Он внутрь забежал? Да, внутрь забежал. Смотрим, кто первый, кто победит в этом марафоне. Кто-то вижу. Это кто? Настроение. И Кэш. Но, походу, Кэш первый. Куда он кидает? Внутри. Внутри на столе сидит. Внутри на столе сидит. Опа, это что еще такое? Пригон у кого-то есть? Что и как? Ну, Сандил, в принципе, Шайми, Сандайл, мне так кажется, нормально. Все. Для первой раздачи хватит. Может будет турнир на выходных, но ничего не обещаю. Так, ладно. Ну что, ребята, ладно, на этом мы будем заканчивать. Я рад, что вы посмотрели эту серию, если вы, конечно, посмотрели эту серию. Это перезагрузка, поэтому еще говорю. Я буду тут играть, я буду ловить новых покемонов, я буду прокачивать своих покемонов. Мы будем также ходить, добывать ресурсы, продавать их в магазин, чтобы купить себе какие-то необходимые вещи. И плюс к тому я еще раз повторю, что я буду тут играть со своими подписчиками, то есть любой из вас человек может попасть в эту серию. И еще могу сказать, что может, я с кем-то буду проводить этот сезон, то есть с кем-то совместным, да? И, в принципе, ребята, на этом мы уже, наверное, закончим вот эту серию. Еще раз скажу спасибо вам всем за просмотр, если вы ее посмотрели. Я надеюсь, она вам понравилась. Я надеюсь, что вы также поставите лайк и оставите свой комментарий. Я надеюсь, она заслуживает вот этого. Поэтому заканчиваем на этом. Как попасть на этот сервер, как скачать лаунчер, как зарегистрировать аккаунт, на какие сервера можно попасть, какие вообще сервера существуют и как вы туда можете попасть, решать вам, ну и в принципе также написано в описании. Или платный, или бесплатный, я буду вам рад, но решать вам, если конечно у вас есть возможность. Но также не забываем оставлять свои заявочки в теме ВКонтакте, чтобы также иметь возможность выиграть бесплатный пропуск. Все, ребятушки, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.